Хорошо, трансляция сейчас пошла. Сейчас пошла. Увидим нас на Твиче. И потихоньку будем начинать. Скорее всего, это камера просто. На самом деле. Итак, мы в не очень обычное время продолжаем нашу игру по Vampire the Masquerade, которая называется Nightmare Fuel. Перед тем, как мы начнем, я дам короткий рекап. Катерия, состоящая из Энтони Редштейна, Давида Лузата, Рэйчел Редштейн и Габриэля Редштейна, которую за глаза члены семьи называют Гейбс Бейтс. После После праздника Сихат Тара, который они посетили, получили от семьи, так скажем, задачу организовать для семьи Редштейн новый источник дохода – торговлю наркотиками. Для того, чтобы это произошло, один из союзников семьи убедил группу колумбийцев, поставщиков, приехать в Лас-Вегас на небольшой сит-даун. После того, как Катерия собрала кое-какую информацию о местном наркобизнесе и людях, имеющих для этого значение, они встретились с тремя представителями колумбийцев и заключили с ними сделку на покупку через 2 дня 10 килограмм кокаина. Сегодня 26 октября 1980 года, и после того, как сделка в MGM Grand прошла успешно, Катерия возвращается в клуб, принадлежащий Габриэлю Лузата, под названием «Хрустальная луна». Чтобы решить, что они будут делать дальше. И какие шаги необходимо предпринять перед тем, как 10 килограмм порошка попадут к ним в руки. Да. На самом деле, я бы хотела поехать на автомобиле вместе с Гейбом. Я бы хотела предложить Гейбу меня прокатить до Хрустальной Луны и дать Тони ключи от своей машины, потому что, может быть, он захочет повезти сам. Я раньше. Вы все вышли из MGM Гранда. Как вы решаете с транспортом, соглашается ли Гейб подвезти Рэйчел? И так далее. Соглашается ли Тони взять ключи от ее машины? И вообще, как вы реагируете на весь этот хаос? Насколько я понимаю, в долларе мне 2 места, и я уверенно иду к нему. Нет, я предлагаю Гейбу лично меня прокатить. Ну, понятно, я предлагаю, что... Предлагаю Дэвиду поехать на моей машине к Хрустальной Луне. Я с трудом сбежавшись от того, чтобы не обхуесосить Дэвида сразу же. Я очень, на самом деле, раздраженный. Господи, Рэйчел, ну что такое? Может, потом покатаемся уже? Давай скорее делом займемся. А кому? Я смотрю на него просто с лицом как бы абсолютно каменным. Это, наверное, всем очевидно вокруг, что я не хочу с ним просто кататься. Я хочу, чтобы ты меня довез до Хрустальной Луны. Кататься мы не будем, не беспокойся. Ой, ладно, если Рэйчел что-то хочет, я беру, если ты даешь мне ключи, я беру ключи.
Я держу ключи и смотрю то на Дэвида, то на Тони. Кто? Кто поведет? Дэвид, заведи пока машину, я схожу попрощаюсь с Максом. Мне нужно дать ему парочку наставлений перед тем, как он уйдет после этой встречи. Я даю Дэвиду ключи. Хорошо, ты даешь Дэвиду ключи. Тони, ты подходишь к Максу, который стоит на выходе у пепельницы. И он весь красный, у него он откровенно под впечатлением от, в общем-то, вещества, которое он только что принял, он курит. И что нащупывает свое лицо. Вау. Слушай, я так поэтически хватаю его за плечо и говорю: Макс, старина, наконец-то мы с тобой в высшей лиге. И ты не должен это просрать, понимаешь? Это вот не та вещь, о которой стоит кому-то трепаться. Угу. Будь на связи, ладно? Fucking A. Это все, что я тебе говорю. В ответ. Слушай, я достаю... я достаю ту сотню баксов, которую мне давал Гейб, и даю ему полтинник. Свертываю, кладу в карман рубашки, хлопаю по плечу и иду к машине. Хорошо, ты идешь к машине, где... к машине Рэйчел, где тебя ждет Дэвид. Тем временем Делориан с Гейбом и Рэйчел едет впереди. Что происходит в автомобиле? Я еду, я включаю музыку спокойнее. Я выключаю музыку. Рэйчел, что ты делаешь? Господи. Только что послушай меня, мне надо с тобой поговорить. Чуть-чуть. Я понял уже. Излагай. То, что ты тогда вмешался в ход сделки, я тебе говорила об этом, я тебя предупреждала об этом, Гейб. Я не знаю, как бы, может быть, ты был до этого на подобных мероприятиях, но вообще они могли бы и достать пушки, и могло все сорваться абсолютно полностью, они бы могли повести себя совершенно непредсказуемо. Если кто-то ведет сделку один, он говорит один. Даже если кто-то говорит вместе с ним, никаких дискутирований о цене, никаких внутренних перипетий, никаких внутренних разборок. Мы решаем до разговора, и мы обсуждаем после разговора. Если вы доверили Дэвиду вести сделку, значит, мы ему доверили вести эту сделку. Понимаешь, Гейб? Вся семья разделена на катери, да? И мало кто действительно хотел быть теми, с кем он хочет быть. Но я думаю, что нас отличает выгодно от всех остальных то, что мы, по крайней мере, действительно, как говорил Доминик, еще друг друга не поубивали, и вроде как у нас пока все нормально. То, что отличает нас от них, это доверие. Если Гейб ведет сделку, мы доверяем ему, что он говорит. Если ты решаешь свои проблемы с Луной, мы доверяем тебе. Если ты просишь меня тебя защитить, ты не лезешь вперед и не подставляешь голову под удар. Мне кажется, что если мы будем руководствоваться вот этим вот правилом, то у нас все будет нормально. Потому что так это просто работает. Если ты хочешь говорить в следующий раз, если ты хочешь в следующий раз вести сделку, скажи об этом. Но мы доверили это Дэвиду в этот раз. И мы идем с ним до конца, и мы стоим за его решением до конца. То, что сказано им, это сказано всеми нами. Окей? И если бы мы были смертными, я скажу тебе так, что если бы мы были смертными, то твое действие могло бы вызвать куда более плачевные обстоятельства. Они были пьяны, они были под кокаином, яда, все... Все прошло, как прошло. Сделка состоялась. Но это не шутки, Гейб. Это не шутки. Это не праздный разговор за чашечкой чая или за бокалом вина. Это, блядь, наркосделка с ебаными мобстерами. Если мы начнем посреди пожимания рук начать, ой, знаете что, нет, а мы что-то передумали, это никогда не приведет ни к чему хорошему. Поверь мне. Было много негативного опыта, честно.
Гейб, я смотрю на Гейба очень серьезно, на самом деле. Ты считаешь, что я не права? Не то, что не права, но ты перебарщиваешь, знаешь, заморачиваешься слишком. Были ребята, им было весело, у них все было хорошо. Знаешь, мобстеры, не мобстеры, наркодилеры, не наркодилеры. Люди, в принципе, все одинаковые, им всем нужно одно и то же. Быть счастливыми, жить получше, спокойствие. Хорошо. Хорошо, ты меня не, хорошо, ты не воспринимаешь это всерьез, хорошо. Тогда в следующий раз, если произойдет что-то подобное, я попрошу тебя подождать в машине. Ну ладно. Я чувствую себя шлепанным по рукам линейкой. Что ты думаешь по поводу всего этого? Чего конкретней? По поводу сделки. Что ты думаешь? Ну, черт возьми, я не знаю, где мы возьмем 1 300 000 и кто нам их даст. И я понятия не имею, куда мы делим 10 килограмм кокаина. Черт возьми, я в своей луне, наверное, такое за 100 лет не продам. Даже, может, за 1000. Я так вымученно улыбаюсь слегка, потому что у меня все еще очень сильно все болит. Не расстраивайся, я возьму огонь с небес на себя. Тем временем в автомобиле Давида и Тони разговариваете ли вы по пути о чем-то или нет? Да, я думаю, да. Дэвид. Дэвид. 10 килограмм. Ты серьезно? Я до сих пор в себя не могу прийти. Блин, я думаю, мы купим 1000 так на. Блин, 50, этого будет нам за глаза, но 1 300 000. 1 300 000. Нет, ты пойми меня правильно. Как ты представляешь себе картину заработать денег для семьи вчетвером с оборотом 50 000? Ну, я думал, что это типа снежный ком. Я не думал, что семья поставила перед нами цель заработать их сразу. Я думал, мы сначала возьмем немного, продадим, купим побольше, продадим. Купим побольше и так далее. Но. И встретим 21 век наркодельцами средней руки. Если Лас-Вегас к этому моменту не закроет, так? Я боюсь, дружище, не дожить до 21 века с таким радикальным подходом, как у тебя. Нет, 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 мне нравится твой настрой. Я, понимаешь, я хочу деньги, но ты точно уверен в том, что ты делаешь? Потому что мне черт побери страшно. 1 300 000. Не дай бог у меня попытаются отнять дом, если мы влетим в долги. И это будет капец. Смотри, влететь в долги можно только проебав товар. А, даже если мы эти 10 килограмм будем продавать год, это будет все равно гораздо интереснее, чем если бы деньги лежали на банковском счету. А я сильно сомневаюсь, что мы будем его продавать в год. Слушай, все. А тебе не кажется, что вываливать на рынок Лас-Вегаса 10 килограмм кокаина – это то же самое, что засадить девственнице здоровенный нигерский член? То есть будет очень больно, будет много крови и совсем чуть-чуть... Но в конце ей понравится. И ты же знаешь, как они говорят. Однажды попробовал черное, пути назад нет. Хорошая, мне нравится твоя метафора. Окей, ладно, хорошо. Окей, главное, чтобы ты был уверен. Когда кто-то уверен, я тоже уверен. Да, видимо, мы и доезжаем до Хрустальной Луны. В итоге, да, в итоге Рэйчел и Гейб, в общем-то, доезжают до Хрустальной Луны, вслед за ними, в общем-то, приезжаете вы. И вы, я так понимаю, отправляетесь внутрь. Сколько времени? Времени сейчас около, то есть 10 минут первого. Ночь еще молода. Чудно. Ну что, ребят, давайте пойдем наверх тогда. Там мы пообщаемся. Я поднимаюсь. В клубе уже достаточно оживленно. В общем-то, Феличи двигается с тобой вместе через первый этаж, докладывая, что все в порядке. И вы поднимаетесь, я так понимаю, на мансарду, да? На мансарду. Слушай, я хочу попросить у Феличи сигару.
Можно это заказать в баре или просто взять у него? Сигары продаются на, как бы, на втором этаже. А, ну, то есть это, за этим можно обратиться к официанту, да? Ну, там барная, как бы там, там барчик такой, на котором подают напитки, которые по, чуть-чуть поэлитнее, чем то, что на, те, что на первом, и в принципе есть не очень огромный выбор, но сигары есть, как бы. Окей, я взял такую, знаешь, просто побольше. Неважно, какой они, она марки, дешевая и большая. Они все не маленькие, дешевых там нет. А, ну окей, тогда самую дешевую. Сколько у тебя денег в кармане вообще? $50. $50. Сколько может стоить кубинская сигара? Ой, ну, ну не 50. Нет, не 50. Не 50. Баксов 30, мне кажется. Слушай, да к черту, там есть какие-нибудь, не знаю, раздаточные листовки или что-нибудь такое? Какая-нибудь... А, нет, ладно, все, к черту. Я просто беру пепельницу со стола и поднимаюсь в кабинет Гейбу. Со второго этажа? Хорошо. Ты украл пепельницу? Нет, ну разве нельзя взять со столика? Ты берешь пепельницу. Но я ее не краду. Да. Ни один из официантов не успевает заметить твое, как бы, твое дерзкое присвоение собственности, и ты поднимаешься вместе с остальными на мансарду с пепельницей в руках. Ваши действия. Говорю, слушай, Гейб, дружище, подожди, мне нужна твоя помощь. Мы сейчас будем все это обсуждать. Он весь в пиджаке, правильно я понимаю, да? Да. Я говорю, ты можешь... В общем, я сажаю Гейба за стол так, чтобы он вот, оперевшись на руку, серьезно глядел вперед. В руках у него был такой свернутый в трубочку листок, напоминающий сигару, и перед ним стояла пепельница. Ой. И я пытаюсь... Что происходит, черт возьми, Тони? У меня есть идея. Я достаю блокнот и начинаю зарисовывать Гейба. Ну, так, стараясь схватить скорее складки на пиджаке и жест, чем лицо. Хорошо. Окей. Позирую. Почему бы и нет? Смотрю на остальных. Ничего, что тут модель? Я на самом деле пожимаю плечами-то, наверное, нет. Нет. Я думаю, что сейчас самое подходящее время для этого, как бы, не больше, не меньше. Когда же еще, как не сейчас, вот этим заняться? Хорошо, я на самом деле обхожу Гейба с задней стороны, вот так вот его обнимаю сзади и кладу голову ему на плечо, чтобы я тоже попала. Рэйчел, это не семейный подход. А мы не семья практически. Он мой совсем дальний родственник. Дорогие родственники, давайте мы буквально немного привлечем наш фокус внимания от изобразительного искусства, которое мы все, безусловно, ценим, на чуть более актуальные вопросы. Искусство бессмертно и вечно. Собственно, Гей, я просто чувствовал, что ты очень хотел мне что-то сказать прямо в MGM, но, Рэйчел, ты настояла на том, чтобы сначала с Гейбом поговорила ты. Давай, собственно, не держи в себе, стреляй. Слушай, мне интересно, как ты хочешь продавать 10 килограмм кокаина? Я прячусь за кресло, за которым сидит Гейб. Я, в принципе, понял, что у тебя есть какой-то план на самом деле, пока ты это все обсуждал. То есть, знаешь, по твоему лицу было видно, что ты что-то спланировал интересное. Ты просто хочешь услышать это первым, ну, прямо сейчас лучше, чтобы мы успели все это сделать. Отлично. Мы не будем торговать кокаином сами. У нас... мы очень плохо подходим для этих целей. Начать с того, что мы спим днем, заканчивая тем, что в семье и так достаточно проблем с тем, что большинство лиц в семье примелькалось копом до совсем уж неприличия, и так далее, и так далее, и так далее. Плюс, насколько я успел разобраться, поправьте меня, Рэйчел, ты там где? Если я не прав... Рэйчел, вот ты как самая старшая из нас можешь меня поправить, но мне кажется, что в семье результаты нужны вчера и как можно больше. Соответственно,
Я не вижу выдающегося смысла заниматься раскруткой по мелочи. И не, так как мы в любом случае не можем заниматься реализацией самостоятельно, нам надо сразу самим выходить на прослойку. Мы те же самые перекупщики. В городе есть еще один канал, который приводит по итогу к цене $500 за дозу. Мы станем новым каналом, мы не будем заниматься дистрибуцией. Мы будем покупать у наших замечательных друзей, пока они не унюхались насмерть или их не застрелили в Майами, и продавать местным дистрибьюторам и иметь маржу. Я верю в то, что у нас ни у кого нету опыта дилерства. Я верю в то, что мы сможем найти людей, которые умеют торговать наркотиками, и сделаем им предложение, от которого они не смогут отказаться. Собственно, у нас есть три основных задачи, как я их сейчас себе вижу. По степени актуальности. Во-первых, нам нужно понять, что происходит на рынке вообще. У нас есть, соответственно, один из криминальных боссов, который, соответственно, некий Розелли, Лука Розелли. Надо понять, кто он, что он и как мы будем выстраивать с ним взаимоотношения, потому что, естественно, мы с ним пересечемся. Дальше, задача вторая, нам через него, не через него, может быть, через Джулиана, я показываю, соответственно, на нашего художника, выйти на тех самых дистрибьюторов, которым мы будем делать предложение, от которого они не смогут отказаться. И момент третий, но не менее важный, хотя, может быть, выглядит просто, нам нужно придумать, соответственно, место хранения и место, куда через два дня приедет автомашина. Ты вроде хотел у себя хранить. Ну, да. Но вряд ли это хорошая идея, чтобы машина приезжала ко мне домой. Это можно похоронить у меня. Но, тем не менее, этим стоит задуматься. И, как ты же правильно говорил, мы не сможем хранить это вечно. Потому что такой груз, он может полежать недолго, но в целом нужно начинать задумываться о том, где мы будем это хранить. Но это не просто так стояло третьим пунктом в списке. Какие есть мысли? Я забыла один очень важный пункт, который должен быть нулевым, что надо сейчас поехать к Джеку Кавальканте и попросить у него 1 300 000. Ну, скажем так, это не тот пункт, который можно сейчас обсуждать. Да, безусловно. А еще мне надо позвонить Чарли, потому что, во-первых, я обещал нашим колумбийцам хороший прием в Цезарсталлес. Во-вторых, я думаю, когда... у меня есть предложение, которое понравится Чарли, в общем. С Чарли я пообщаюсь. Могу пообщаться и с Джеком, но вроде как ты с ним уже сегодня обсуждала. Кстати, по поводу Чарли, что именно ты хочешь? Давайте обсудим, да, это, я думаю, это стоит обсудить, хотя мне идея как-то нравится. Я смотрю на Гейба с таким, как бы, типа... Извини, пожалуйста, Лёш, тебя вообще практически не слышно, сделай микрофон погромче, тебя прям очень-очень слабо слышно. А я лежу, сижу, позирую. Так, микрофон. Окей. Мне слышно нормально. Собственно, я хочу все для семьи. Я хочу попросить Чарли дать мне кредит, вот, который в любом случае останется у него. Я его или проиграю, или выиграю, отдам ему все деньги, которые проиграю, но просто я хочу привести нашего дорогого друга, когда у него на руках будет 300 000 кэша, отметить это дело и поиграть со мной в казино. В казино нашего друга Чарли. Я думаю, что Чарли не откажется от пьяного колумбийца лямом кэша у себя в зале. Охуеть идея, на самом деле. Это было бы красиво. Да, это очень красиво. Вот. Так, ладно, я думаю, эту часть мы обсудили. Давайте действительно обсудим, кто и как будет общаться с Кавальканте. Да я съезжу Кавальканте, как бы. Давай, это понятно. Окей. На самом деле... Может, ты съездишь, на самом деле, потому что нам бы еще было узнать неплохо, какая толь от этого нам пойдет в итоге. Мы же это... Я узнаю у него, в смысле, как бы ты думаешь, это первый вопрос, который я ему задам. И тут я понимаю, что, возможно, торговаться на самом деле не вариант. Я просто узнаю у него все детали, то есть это все равно где-то кем-то уже решено за нас. К-
кто и сколько и чего отдает. Может, тебе стоит с собой Давида, чтобы он просто подсказал тебе, если ты что-то забудешь из финансовых вопросов. Может, у Джека... Я думаю, Джек не забудет. Да, вообще, да, кстати, если, еще... если Давид желает, он может поехать со мной, и мы тоже посреди сделки. Так, подожди, Джек, подожди. Знаешь, нет, на самом деле, вот нет. Нет, мы как-то не согласны. И хуякс, короче, ты улетаешь, блядь, из окна. Джек в бешенстве. Вот. На самом деле, я говорю это совершенно беззлобно, то есть я не хочу Гейба задеть, я просто так как бы типа угораю над ним. Вот. Но поехали, Дэвид, поехали, если желаешь, как бы пообщаться с Джеком. Мне кажется, вообще, да, такой четвертый пункт, который я хотел бы обсудить. Я до сих пор не понимаю, зачем мы светили в МДЖМ рядом с колумбийцами, лицами все вчетвером. Это для семьи мы котели. Для всех остальных мы четыре очень-очень сильно друг от друга отличающихся человека, которых вообще мало что связывает, кроме очень-очень-очень дальних родственных связей, ну и иногда совпадающих фамилий. Ой, да брось, Давид, мы здесь видели в Луне уже дня два, а то и месяц целый. Если думаешь, что слухи еще не пошли, ты просто не понимаешь, как они работают. Можно всегда придумать какой-то грязный слух по поводу того, чем мы действительно занимаемся. Ну да, в подвале, да? Как бы одно Хорошо. Дело, когда люди вместе тусуются в одном клубе, другое дело, когда они на наркозелке вместе ездят. Первое, мне кажется, меньше привлекает копов. Хорошо, давайте так, все. Лука Розелли. Кто хочет покопать под Луку Розелли? Во-первых, я правильно понимаю, что мы про него ни хрена не знаем? Это не наркоторговец. Ты ошибся, Дэвид. Наркотой торгует Джулиан, а Джулиан платит 10% Луке Розелли. То есть Лука – это такой просто босс мафии, который стрижется всего деньги. А нам нужен именно Джулиан. И в случае, если у нас дело задастся, мы будем платить Луке. Принцип такой, так что нам надо... Вот вопрос в том, хотим ли мы платить Лука. Как и Лука. В любом случае, по Луку надо больше узнать. И с Лука надо пообщаться. Да, и вот тоже платить 10%. Нет, простите, платить семье, окей, платить какому-то смертному... Что? Вот, это сомнительная идея. И скорее общение, я, да, под общением хорошо, я понимал, как объяснить кто ему... Хорошо, кто хочет покопать под Луку Розелли? Кто хочет Рэйчел. Попытаться найти, кто такой Лука Розелли? Я думаю, что, может быть, Тони бы смог с помощью своих особенных некроманских способностей, я бы могла ему помочь... в поисках. И потом мы бы уже выбрали стратегию, как с ним действовать дальше, да? Зачем вам здесь или... некромантия, я не понимаю. Я тоже, честно говоря. Я не мы, знаю, просто, вроде... мы просто придем к тем ребятам, которые торгуют наркотиками, спросим у них, с кем они связывают, через кого они тебе, связывают. Они тебе скажут, знаете, Лука Розелли живет по такому-то адресу, у него почему, вот нет? такой вот почтовый индекс. И, нет, конечно, они этого не скажут, Рэйчел, они скажут, как они связываются с ним, они же даже как-то деньги. Конечно, я раскопаю бабушку мистера Розелли и сразу же узнаю о том, кто ее внук. Может быть, об этом легче спросить у Кавальканте? Я думаю, Кавальканте, хоть и он давно в этом бизнесе, я думаю, он всех знает. Мне кажется, что этот Лука по-любому ходит под каким-нибудь камень. Раз уж он такой клевый. И, скорее всего, его нельзя просто так убрать со счетов. Хорошо, в таком случае Лука отходит на то, что сейчас спросим Джека Кавальканте. Хорошо, второй вопрос – хранение. Я все Хранили? Еще хочу поднять тему, обратиться к корсарам и спросить, как они хранят свое оружие и где они его хранят. Как бы, естественно, мы не будем хранить все яички в одной корзиночке, но просто как бы примерно, чтобы они подкинули нам идею хотя бы. У меня есть одно предложение. Мой дружище Макс, с которым мы все познакомились, он присматривает за всякими парализованными старушками. Они живут одни в своих больших домах, за которыми присматривает только этот чертов торчок. Почему бы не устроить в подвале у какой-нибудь бабульки наркосклад? Да почему нет? Как торчок, который следит за кокаином? Мне кажется, это идея примерно как тушить костер бензином. Заявочка. А кто в корсары входит у нас? В корсары входят Мишель Редштейн, Лана Лузата и Лави Кантер. Я вам вот что скажу, ребят, кто из
кто вообще в Лас-Вегасе хочет стать соцработником, а не, скажем, дилером или крупье в казино? Я думаю, мы запросто сможем поставить на эти должности каких-то своих людей. Да и потом Макса тоже можно перевести как бы в высшую лигу из простого торчка, его можно сделать гулем в конце концов. Я думаю, они будут против. Во-во-во-во-во-во-во. Так, стоп. Притормози пока. Да, торчок, который следит за кокаином, это не очень хорошая идея. Хранить кокаин у парализованных старушек дома? Блять, как земля тебя носит, Тони? Да почему нет? Боже, ее не посадишь. Она и так сидит последние лет 20 в своем инвалидном кресле. Почему бы нет? Это... Нет, Тони, нам нужно место, куда, понимаешь, будут часто ходить люди относительно. Я все еще помню идею Давида о том, что мы разделим просто все на большие куски и раздадим сразу. Но, по-моему, очевидно, что это вот прям сходу не получится так сделать. Нет, нам надо его прям 7-10 килограмм смешивать. Да, нам нужен какой-то склад или какое-то заведение. Не знаю, что вроде... я не знаю, склад чистящего средства, какой-то магазинчик, что-то в этом духе. Я думаю, что это можно попытаться поискать даже по газетам. Если сдается какое-нибудь такое дерьмо, которое никому не нужно, то... А по поводу того, где провести сделку, на самом деле обычно сделки проходят во всяких жопах города, во всяких гаражных комплексах и... складах тоже таких вот массовых. И я думаю, что просто буквально проехаться один раз по городу, такое место, даже несколько таких вариантов можно найти, а потом просто все взвесить, где лучше, где хуже. Слушай, Рэйчел, а нам понадобится оружие и охранники на эту сделку? Я не знаю. Я когда смотрел фильмы, там это было. Я на самом деле думаю об этом, как бы. Я хочу подумать, если нужно. Просто если мы поедем к Ацарам узнавать... Ну вот сейчас, когда мы будем... Кокаина. Может быть, они наоборот предпочитают какое-то людное место? Они в чужом городе едут на какую-то заброшенную... Нет, людное склад. Место. Кокаин, людное говоря. Место? Вот вам 10 килограмм кокаина, а вот вам чемодан денег. И полицейский, который сидит и смотрит в бинокль, он не понимает, это его самый счастливый день, блядь. Жизни нахуй, просто. Да о чем ты говоришь? Эти парни хранят килограмм кокаина у себя в гостиничном номере. В чем проблема-то вообще? Они просто заехали, просто сняли номер, пришли с чемоданом. Чемодан с 1 килограммом кокаина и с 10 килограммами не сильно отличается. В чем проблема? Нет, я просто подумала, когда ты сказала о людном месте, и я себе представила на стрипе под пальмой, и как бы... все-таки отельный номер — это не людное место. Отельный номер — это, блядь, отельный номер. Мы можем снять номер в мотеле, на самом деле. А почему мы не в Цезаре? Что? Почему не в Цезаре? Да, я тоже думаю, что это должен быть исключительно Цезар Пэлас. Потому что... Я считаю, что он под наблюдением, честно говоря. И что каждая рожа, которая туда... Особенно подозрительная еврейская рожа... Я осматриваю всех нас, на самом деле. И так смотрю на Дэвида, ага. На Гейба, Тони, да. Я тоже абсолютно еврейская рожа. Поэтому я думаю, что... Нет, такие вещи лучше не делать. Под прицелом миллионы камер. А главное, что Камарилья там это может еще каким-то образом прочухать. Это же стрит, блядь. Это же Элизиум, нахуй. Но в любом там случае это должно происходить на стрит. Угла выглядывает по уродливой роже. Я не что... думаю, что это должно происходить на стрипе. Я думаю, что это должно происходить как раз в каких-нибудь... Где обычно все, блядь, мафиозные сделки проходят. Вот я видел Рафа. Вот Рафа похож на наркомана и долбоеба. Он тот, кто может сразу же после сделки отправиться в казино с Дэвидом. А вот его друганы-охранники, они не очень похожи на долбоебов. И я думаю, что они сделают максимум для того, чтобы его от этого удержать. Поэтому нам нужно максимально сократить расстояние от этих двух точек. От места сделки и до гребаного Цезарь Пэласа. Они должны быть, блядь, через дорогу. Я вообще не считаю, что Рафа поедет на эту сделку. На вот эту сделку с передачей, это я вообще не думаю, что он там поедет. Нахуя ему там быть?
Там будет кто-то, кто... Если босс будет светиться на каждой ебучей сделке, то он долго боссом не продержится. Ты что? Это же как бы абсолютно очевидно. А он босс? Похож. Да ладно. Ну, один из боссов, по крайней мере. Может быть, не сам, блядь, как его там... Я пытаюсь вспомнить имя какого-нибудь, вот, давай, пожалуйста, подскажи мне, какого-нибудь, ну, типа, колумбийского, я хочу, короче, сказать имя. Колумбийские имена еще не в ходу, на самом деле. Хосе Хуялес какой-нибудь, может быть, там сидит у себя, ладно, не важно, в общем-то... Слушай, а мне долго так сидеть, прости? Слушай, подожди, да, на самом деле я уже набросал все, что нужно. Спасибо. Ты сделал набросок, я подваливаю. Понимаешь, что такого достаточно, ну, как бы, маргинального качества, потому что Гейб не мог усидеть на месте, постоянно жестикулировал, что-то говорил. Я подваливаю Гейбу и плюхаюсь ему на колени и говорю, теперь вот так вот. Вот это семейный портрет как надо просто. Окей, приобнимаю Рэйчел. Чудно, давай, Тони, работай. Ты же у нас художник. Давай, Тони, работай. Отлично. Найдите себе педика с полароидом, который будет делать ваши семейные фотографии. Хорошо, ладно, так, все. Я вскакиваю с кресла. Хорошо, так. Про Луку я спрошу у Кавальканте по поводу хранения. Надо поискать в газетах, кто-нибудь может этим заняться? Потому что пока что... Я думаю, этим стоит заняться Гейбу, потому что, как минимум, если мы это будем покупать, Гейб, я думаю, новый склад, очень много элитного алкоголя в Луне, нужны новые складские помещения. Я займусь. Слушайте, хорошо, а может спасибо. Или, господи, какого-нибудь клерка посадить? В общем-то, просто как бы ты знаешь, что делать, whatever. А далее по поводу сделки, встречи сделки. У меня есть несколько вариантов мест, но можно тоже поездить по городу и поискать. Просто тупо поискать и повыбирать. Если у кого-то есть с этим какой-то, кроме меня, опыт, feel free to join me. Может быть, этим займусь я или Тони? Ну, в принципе, этим мог бы заняться я. Просто я думаю, что мы как-то так и не сошлись в критериях, место которого нам нужно. Давайте голосовать в таком случае, у нас мало времени. Я голосую за гаражный комплекс-парковку где-то на окраине города, где мало лишних глаз, неподалеку от пустыни. Воздержусь, я ничего этого не понимаю. Я согласен с мнением Рэйчел, и если, Рэйчел, давай просто сразу, как бы, так как сделка места и формат проведения зависит друг от друга, давай сразу проговорим все, да? Соответственно, кто-то из нас встречается с кем-то из колумбийцев в гаражном комплексе, в то время как мы с сеньором Пизано, соответственно, сидим где-то на стрипе и... Удачно, собственно, когда все происходит. Кстати, стоп, а деньги мы где передаем? Я передаю ему деньги или передаем деньги там же, обмен на месте или по связи? Не-не-не. Одну секунду, я по поводу оружия, Никита мне так и не успел ответить, по поводу охраны и оружия, я об этом думала как бы all this time. Честно говоря... Тоже важный момент. Как сказать? Какое-то количество, допустим, охраны иметь не помешает на всякий случай, допустим, да? В целом, с другой стороны, сделку вы заключили достаточно хороших, доверительных, в общем-то, условиях, поэтому вероятность, что вас обдерут, ну, не выглядит так, что вас кто-то будет обдирать, так скажем. Что элементарно, вы знаете, где они живут, там вы все там представились, познакомились, то есть это выглядит сейф и без охраны. То есть тут зависит скорее от того, как ты хочешь, чтобы вы выглядели в глазах колумбийца, как кто. Потому что... Я высказываю эту мысль, как она есть абсолютно, то есть вот, вот это все вываливаю и оставляю решение за группу. Я считаю, что нам не стоит светить огромным количеством пушек, потому что
Ребята, опять же, как Игорь правильно сказал, могут занервничать, а шансов, что они нас будут куда-то кидать, очень мало, они в чужом городе. Вот. Они понимают, что если что-то пойдет не так, они отсюда просто не уедут. Я думаю, что, возможно, нас будет достаточно. Поедем шестером. Я думаю, нет, что Дэвид останется с один с... Или... Нет, Дэвид вместе с Гейбом с деньгами встретится с Рафа в каком-то, по-моему, в казино или где-то еще, а мы отдельно возьмем кокаин. Мы сделаем созвон с таксофона на номер, не знаю, в отеле или где-то еще, скажем, что товар у нас, вы отдадите деньги, и мы разъедемся. Собирать все яйца в одну корзину и делать сделку, на которой одни швыряют друг другу кокаин, другие деньги, это вот верный способ попасть на каких-нибудь налетчиков. Потому что когда я думаю, у меня ощущение, что они не согласятся на подобную херню. Ты передаешь одно из рук в руки. Это, по крайней мере, везде, где я была, это работало. Так, ты eye contact is important here. Ну, подождите, мы можем сделать наоборот. Я вот был недавно на сделке, где вообще перевод осуществлялся банковским переводом. Мы просто звонили, подтверждали, после чего я забрал товар. Ну, само по себе это не... Такие деньги не будут банковским переводом принимать, сам же понимаешь. Ну, нет, они попросили, конечно, естественно, но суммы были сопоставимы. Вопрос в другом. Давайте. Можно закончить? Мы обсудим это страху. Не, ну зачем? Нет, не надо, вот опять же, не надо дергаться. Надо предложить Рафа какой-то вариант, в котором мы сами уверены. И только вот если... Не надо дергаться, все нормально. Просто в гаражах, блядь, в назначенное время, в назначенном месте. Чикс забрали, взяли, уехали, разъехались, все. Подожди. На самом деле, идея... Все яйца в одну корзину, и то, что вот именно все яйца в одной корзине могут к чему-то привести, это может быть проблемой. Смотрите, как я это вижу. Я и, допустим, Гей. Мы встречаемся с Рафой, показываем ему деньги. Дальше Рафа звонит своим людям, которые где-то рядом с точкой. Они приезжают. Отдаем кокаин, вы отзваниваетесь, мы отдаем Рафе деньги и едем в казино отмечать, что все удачно прошло. Рэйчел, я еще хочу тебе, кстати, напомнить, что когда ты встречаешься в безлюдном месте, это вовсе не факт, что за тобой никто не следит. И, возможно, кто-то неживой захочет тебя поиметь, если увидеть. Может быть, поэтому я говорю, что... Я смотрю прямо в упор на Тони. Господам из клана Джованни лучше встречаться с кем-то в каких-то людных местах, а не в таких, где бродит всякая шваль и отребья. Знаете, друзья, я думаю, обсуждение здесь не очень осмысленное, потому что мне не показался Рафа передовым человеком, честно говоря. Мне вообще кажется, что такие люди, они очень консервативны. Мне кажется, что если они захотят устраивать сделку, они хотят ее устраивать по классическим правилам, знаете, проверенным, то есть как из фильмов. Вот как Рэйчел говорила, взгляд глаза в глаза, один чемоданчик, второй чемоданчик. Что-то в этом духе. Хорошо, я найду тихое место, в котором не будет никого ни на этой стороне, ни на той. Кстати, да, это важный момент, Тони. Лучше тебе заниматься поисками места, потому что я сильно ограничен в восприятии потенциально интересных мест. В это время в помещение мансарды заходит Гуль Габриэля Феличи Салерно, который учтиво, но настойчиво произносит «Мистер Лузатто». Есть небольшая проблема. Господа, я вас оставлю на секунду. Я встаю, выхожу с Феличи. Вы выходите на лестницу. Понимаю, что... Феличи, мистер Лузатто, джентльмен очень... настойчиво желает попасть в подвал. Его лица я до этого не видел. Желаете с ним познакомиться или мне отправить его на четыре стороны? Познакомлюсь, пожалуй. Фил, скажи, а сколько мы сейчас продаем особого товара нашим посетителям в месяц примерно? Фили...
Ричик молится и говорит, я стараюсь не трогать то, что в граммах, и стараюсь трогать то, что в купюрах. А то, что в купюрах, сразу же отправляется в бухгалтерию. И мы находим объяснение для того, откуда эти деньги приходят. Не о чем беспокоиться, мистер. Чудно. Слушай, я хочу, чтобы ты поискал нам складик или что-то подобное для хранения опасных вещей. А кто будет выполнять мои обязанности здесь, в Луне, мистер Лузат? Я не могу одновременно управлять клубом и искать склад. Понимаю. Но если вы пожелаете... Нет, пожалуй, я лучше займусь этим сам. В конце концов, кто лучше тебя справится с клубом? Я спускаюсь вниз. И тут смотреть, что за касс номер 2 образовался у моих дверей. Ты видишь, что у входа в подвал, у которого сидит один охранник, стоит мужчина, одетый в цветастую рубашку и пиджак с острыми такими, с острыми воротами. Мужчина достаточно высокого роста, у него очень нездоровый цвет лица, он весь покрыт такими рытвинами, как будто после оспы или чего-то подобного. У него, тем не менее, его редкие волосы аккуратненько зачесаны, ты видишь, что он стоит с котлетой денег в кармане и нетерпеливо стучит ногой, в общем-то, под музыку. Чудненько. Подхожу. Добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте, меня зовут Лазло. Я хотел бы посетить ваши более элитные части. А, ладно. Приятно познакомиться, Габриэль, зовите меня просто Габриэль. Хорошо. Я пожимаю ему руку. Он улыбается слегка кривыми зубами. Я его раньше здесь не видел? Нет, ты его раньше здесь никогда не видел. Тем не менее, ты улавливаешь... улавливаешь от него интересный запах. Такой... похожий исходит от Феличи. Запах неестественный немножко, который часто исходит от гулей. Ты понимаешь, что это обычно не просто унюхать на помещении, где очень много народу, очень много запахов, но ты его ловишь. Не видел вас здесь раньше. Впервые. Я недавно в Вегасе слышал, что это такое место для местных, где можно получить все удовольствие без наценок, и, в общем-то, я хотел бы потратить это качественно. Он трясет котлеты денег перед тебя перед лицом. Понимаю. Недавно в Вегасе, вы не местный? Нет. Так странно, к нам редко заходят приезжие. Откуда вы? Может, я вам предложу? Я из Северной Каролины, говорит Лазло. Ой, из Северной Каролины по делам или поиграть? Поиграть, как видишь, я вот. Он снова трясет котлеты денег перед лицом. Я приехал тратить. Не зарабатывать. Я приглядываюсь. Он меня наебать пытается, потому что я вообще не понимаю, какого хрена он тут делает, если он не местный. Его вообще пропустить не должны были. Это интересный вопрос, как он сюда пролез на самом деле. То есть. Ты как бы видишь, что он вроде как верит в то, что он говорит, но у него есть такая какая-то. Какое-то ощущение какого-то недоброго умысла, что ли. Выглядит подозрительно просто этот мужчина. Ну все. Ладно, черт возьми, у меня есть, знаете, дурная привычка знакомиться с интересными людьми, а вы выглядите ровно как один из таких. Может, выпьем чего-нибудь? С удовольствием выпьем. Я вас угощу. О! Я иду в пару. Заворачивает котлету, двигается вместе с тобой. Да, очень здоровское место, я, в принципе, тут как бы, ну... Постарался как бы, ну, освоиться и все такое. Но меня прям интригует, что у вас тут как бы другие места. Ну, мы стараемся. Знаете, я сделал этот клуб года 2 назад. Специально для особенных людей. Для людей, которые хотят хорошо отдохнуть. Вы есть один? С друзьями? Я один. Я как бы не люблю делить удовольствие ни с кем, так скажем. Еще не успел завести друзей, но я надеюсь, что
Хорошо. Я приглядываюсь к Лазло. Ты видишь, что Лазло человек. Вот. Ну. Не совсем человек, возможно. Ты видишь у него легкие какие-то флюктуации в ауре, которые указывают на присутствие каких-то чуждых чуждых источников, каких-то чуждых эмоциональных центров, что ли, то, что делает с людьми кровь вампиров, часто, то есть он однозначно гуль. Ты видишь, что он в приподнятом настроении, но абсолютно его аура абсолютно спокойная, как будто он на работе, как будто он делает что-то методично очень. Он спокойный, взвешенный, ты видишь, что он у него какие-то эмоции, скорее, все находится в процессе обработки информации, можно сказать. Я подхожу к бару, прошу бармена смешать нам по, блин, какому-нибудь цветному коктейльчику. Отлично. Чем ярче, тем лучше, пусть будет так наше настроение, говорю я Лазло. Бармен, в общем-то, быстро, быстро выполняет твой заказ. Лазло поднимает коктейль с зонтиками. Ну, здорово, что так быстро завел таких друзей. Выпьем. Давайте за вас, Лазло. А больше бы таких посетителей у нас. Вы сразу ко мне пришли? Как приехали в Вегас или уже успели побродить по городу, посмотреть на казино? Я поиграл. В общем-то, в нескольких местах. Чудно. Я дальше начинаю вести разговор в стиле «А вот были ли вы в этом месте?» Причем я упоминаю те места, которые упоминал Касс под намеками «А вот это ребята вроде как вентровское что-то» и так далее. И смотрю, узнает ли он это, как он на это реагирует, на упоминание таких мест. Никак. Абсолютно никак. Нет, любопытно. Ты, в общем-то... видишь, что и аура у него остается абсолютно ровной, и как бы сам он, в принципе, держит фронт. Тем временем, что происходит сверху на мансарде? Гейб ушел вместе с Феличио, вы втроем что вы делаете? Ну, я экспириенсю флешбэк и сижу с каменным лицом абсолютно, с лицом убийцы. В общем-то. Я говорю, слушайте, мы все вообще обсудили? Я думаю, что мы обсудили достаточно, Тони. То есть мы уже как бы разбили обязанности, и так, через сколько мы встречаемся? Ну, если что, на пейджер, да? Если что, на пейджер, Тони. Ну ладно, счастливо, гибу, привет. Так, Рейдж, мне надо будет... Ты... Да. Все-таки, ну, Гейб вроде высказался, но я не понял твое мнение. Все-таки, что мне сказать Рафи? По поводу чего? По поводу формата места сделки. Ну, как только мы найдем место, тогда и следователь... Ну, просто да, по поводу формата, да. То есть мы предлагаем... Я вот не понимаю, в формате, если мы сворачиваемся на этом глаза в глаза, то мы все вместе собираемся, и Рафа вместе с нами едет куда-то... Мое мнение, во-первых, что Рафа туда сам не поедет, что там будет кто-то другой, что он пошлет кого-то еще. А во-вторых, я считаю, что раз мы проводим сделку на нашей территории, то она проходит по нашим правилам. То есть как мы это скажем, так она и будет. Скорее всего, он будет... особенно с тем, что наш разговор прошел достаточно успешно, мне не кажется, что он будет сильно протестовать против практически любого варианта, кроме, наверное, вот на стрипе под пальмой. Вот это, наверное, было бы странно. А так, блядь, как бы, ну мы ему скажем вот там-то, в том-то месте, в то-то время, и все. И... Вряд ли он испугается, смотри, вряд ли он испугается поехать сам, если мы ему предложим. Он вообще выглядит как парень, которому море по колено, особенно после порошка. Но мне кажется, что деньги ему будет приятно и доверительно, и вообще хорошо для будущих отношений получить лично в руки при этом. Поэтому давайте действительно... Окей, давайте не будем класть яйца в одну корзину, хорошо. Рейдж, чем полезно могу заняться я пока?
Я понял, что чем занимаются ребята, чем займешься ты. Мне не очень хочется ехать к Кавальканте вместе с тобой, потому что, мне кажется, это просто неэффективное использование ресурсов. Хорошо, у нас было три пункта. Лука Розелли, хранение. И что-то еще ты говорил, и я... Выходы на дилера. На тех, кто будет продавать. Да, вот это как бы... Почему бы, например, я не знаю... Хотя, с другой стороны, Тони, наверное, знает лучше каких-то... Нет, у Тони есть свои контакты. Может быть... Я назвал свои контакты. Да. Может быть... Может быть, как вообще, вот, Тони, ты знаешь, как это все работает? Я не знаю, как это все работает, а Рэйчел, может быть, меня просто поправит с точки зрения общей адекватности, но что если мне попробовать пойти в поля? Что если мне попробовать что-нибудь купить и просто пообщаться с людьми, которые продают? Это грубо? Это может сработать? Да, но нам же вроде все сказали. Я как бы не понимаю, ты думаешь... В смысле, нам перечислили всех дилеров в городе? Нет, это хорошая идея, Давид. Ты можешь еще заодно, если ты соберешь достаточно экземпляров отовсюду, то мы можем сверить качество, например. Кстати, насколько нам известно, в городе всего один источник. Кроме нас, продажи кокаина. И на него, в принципе, вообще хорошо бы тоже выйти, чтобы понять, что это за ребята. Будем мы с ними дружественно конкурировать. Или Джек Кавальканте стайл конкурировать. Или они просто удавятся, когда мы появимся с нашим дешевым товаром. У меня просто есть один вопрос. Дэвид, а ты знаешь, где его вообще покупать? И ты уверен, что такому милому старикану в костюме кто-то что-то продаст? Но, Тони, тебе приходит в голову, что с внешностью Дэвида это будет достаточно тяжело заставить уличных ребят поверить, что он действительно собирается покупать, а не что он детектив, который хочет разведать, найти себе информатора. Ты прости, Дэвид, ты похож на копа. Ты гребаный легавый, пожилой детектив, которого вышвырнули, не знаю, с лейтенантского поста. Гребаная еврейская ящейка. Так что давай, может быть лучше Тони действительно этим заняться вместе с поиском места совместить. А если... Нет, я не думал о том, чтобы пойти к барыгам на улице, нет. Я думал поехать на тот же стрип, поинтересоваться у игроков в казино, где можно разнюхаться. Нас же интересует кокаин, нас же не интересует всякая хуйня на улице. Окей. А если в городе один канал поставки кокаина, мы его на улице хрен найдем. Надо искать там, где его потребляют, а по таким ценам его явно потребляют не на улице. Ну, поспрашивай среди игроков, твоя аудитория, окей, но только не вылазь на улицу, а по себя кто-нибудь поймет еще чего доброго. Чего меня? В казино его не примут на копа? Да брось, я его уже знаю, он же играет там. Сколько ты лет там уже играешь? Ну, хорошо. Хорошо, этого мне достаточно. Ладно, я пошел. Всем счастливо. Гейбу привет. Как бы удержаться и не свистнуть здесь у кого-нибудь бумажник? Это просто испытание. Просто гребаная пытка. Держись, мы верим в тебя. Ты знаешь, что я глава службы безопасности этого заведения? Рэйч, это единственное, что меня останавливает. Да ты мой хороший. Давай, иди, сдуй. Дело не в проворот. Я дождусь до Гейба и поеду к Кавальканте. А я предлагаю, может, мы пойдем посмотрим, где Гейб застрял? Может, у него какие-то проблемы? Он, мне казалось, быстрее решает вопросы в собственном клубе. Я на самом деле, это так, такой вопрос, как мы вообще вот в таких ситуациях, то есть если Гейбу внутри клуба надо меня позвать, а я как бы обычно не тусуюсь в самом зале, как это обычно происходит, то есть он... Я обычно знаю, где ты находишься, потому что я могу любого официанта ткнуть. Кто-нибудь тебя довидел? Если очень надо, хорошо, я могу на пейджер тебя звякнуть. Ну, в таком случае я говорю Давиду, что если бы что-то было нужно от меня, он бы меня уже позвал.
Хорошо, Тони выходит из кристальной луны. Тем временем, в общем-то, Рэйчел и Давид пока остаются наверху. Внизу Гейб и Лазло опрокидывают второй коктейль. Ты, Гейб, пытаешься его обработать, чтобы понять, в общем-то, что он здесь делает. Лазло сохраняет твердую маску. Тони, ты проходишь через первый этаж, видишь, что Гейб выпивает праздно с каким-то чуваком у бара. Вот. Вы заказываете следующий цветной коктейль. Лазло с удовольствием начинает его пить. Как ты ведешь разговор дальше, Гейб? Так, на самом деле у меня уже есть стратегия. Так, во-первых, мне надо разобраться, насколько в плане этикета немертвого сообщества некрасиво доминейте чужих гулей. Это все равно, что... Ну, хорошо, я даже так тебе скажу. Как бы ты отреагировал, если бы задоминировали Феличи? Это чужая собственность. Если на чужой территории... Это чужая собственность. Окей, а нахождение гуля на чужой собственности, это понятно, это не так страшно. Как бы, это... и то, и другое, это как бы бритч оф этикет. Другое дело, кто сможет отстоять, в общем-то, право обиженного. Лазло, в общем-то... ждет, понятно, пока пойдет следующий виток разговора. Я бы выясняю исключительно, что он хочет, какие виды развлечения его интересуют. Меня, Гейбриэл, интересуют две вещи, которые каждый мужчина желает получить в Вегасе. Это женщины и что-нибудь, что заставит меня чувствовать лучше. Не это, он окунает палец в коктейль, а что-то поприятнее. Это все меня, конечно, в ступор вогнал. Секунду. Знаешь что, Лазло, я поспрашиваю своих сотрудников. Может быть, не сегодня, может быть, не этой ночью. Воу. Подвал же просто в двух шагах. Я думал, что мы с тобой подружились. Я выгляжу как-то не так. Я не повторю под расходу или что? Ты что, денег у меня достаточно, нет, чувак? Видишь ли... Нет, Лазло, видишь ли, у нас очень маленький подвал на самом деле, там всего несколько помещений. Все, кто хочет там погулять, они бронируют просто номера заранее, понимаешь? О, слушай, давай тогда скажи мне, когда я смогу забронировать. С удовольствием забронирую. Я пришлю к тебе профессионала, на Филича, моего администратора. Узнаю у него, пришлю. Найс. Веселись. Спасибо, дружище, спасибо. Я пока пообщаюсь с кем-нибудь, попытаюсь заработать знакомство. Это выглядит как место, где, знаешь, можно освоиться в регионе и все такое. Спасибо. Да, пожалуй. Давай, я похлопываю по плечу, а сам ухожу задумчивый. What the fuck is going on? Во мне борется паранойя и здоровая страсть к веселью. С одной стороны... Может, я думаю, блин, а вдруг шпион? У вас как раз дела наворачивают, тут вдруг внезапно гуль. А с другой стороны, я думаю, блин, ну что, что гуль? А с другой стороны, я думаю, ну и что гуль? Всем хочется отдыхать. Черт побери, это не причина не пускать человека. Но я все-таки делаю кружочек по залу. Я говорю, ловлю Феличи. Говорю ему, чтобы... Феличи, слушай. Лазло, скажи ему, что у нас подвал по записи. Он зашел недельки через две где-то. Хорошо? Хорошо. А сам я иду к охране. Разберемся. Возможно, как раз спустим. Интересное решение, мистер Лазата. Сам... На этом он, в общем-то, идет разговаривать с Лазло. А что, кстати, это самое, как он к этому отнесся, мне интересно? Он же старый опытный хрыч. Как Феличи к этому относится? Я в конце концов. У Феличи всегда манера такая, как бы, как сказать. Он делает вроде все, что ты говоришь, но тебе постоянно кажется, что он что-то не договаривает или чего-то. Ты чувствуешь какое-то, то, как сказать, периодически от него то какую-то легкую издевку, то легкое какое-то, какую-то легкую педагогику на самом деле. То есть он такой человек. Да, я понимаю это.
то ощущение, когда это идеальный слуга, но он все время считает, что его господин мог быть пойти получше. А уж если бы он был главным, то вообще все было бы идеально. Как-то так, да. Я иду к охране. Босс? Ребят, вы видели такого парня, я описываю Латла? Что-то не помню, чтобы мы его приглашали. Ты идешь к охране, которая на входе. На входе. Да, одна из девушек его привела. А какая? Они начинают сверяться со списком, в общем-то, и дают тебе имя одной из шоу-гёрлс, которая ходит в твой клуб. Молодцы, работайте. Иду в клуб искать шоу-гёрлс. Я ее не знаю, наверное. Ну, разве что шапочно. Ну, ты всех знаешь, как бы, шапочно. Ну да. Ее зовут Мелани, в общем-то. Мелани Томасон. Это, как бы, девушка лет 26, наверное. Одетая дорого. Ты, в общем-то, без труда находишь ее на первом этаже. Так, Мелани ее зовут. Мелани. Мелани, привет. Как твой вечер проходит? Она, ты видишь, что она расцветает. Очень хорошо, очень хорошо. Она знакомит тебя со своими друзьями, какие-то чуваки, просто группа. Ты одного взгляда на них достаточно, чтобы понять, что они как бы ничего особенного из себя не представляют. Пьют дешевые достаточно напитки. Слушай, а что же ты своего друга Лазла не пригласила в компанию? А, Лазла отделился от нас. Он не то чтобы друг, он скорее знакомый моего босса. Босса? А ты кого сейчас работаешь? Как у тебя вообще работа идет? Ой, на самом деле я надеюсь, что у меня будет большой брейк. Очень-очень скоро. Секунду. А брейк это что такое, блин? Сленговое выражение для отдыха или напротив для работы? Нет, брейк это значит, что ты получаешь что-то лучшее. А. Мелани говорит тебе, что она работает как танцовщица в третьем ряду на шоу в казино Castaways. О, слушайте, я тебя поздравляю. Всегда знал, что тебя ждет успех. Она мило улыбается, в общем-то. А кому, кстати, принадлежит казино Castaways, я не знаю. Ты знаешь, хотя, что в Castaways находится публичный Элизиум, в принципе, не тихо. Fuck. Ни хрена себе. Я извиняюсь, на этом придется сделать технический перерыв. Я сильно извиняюсь, мы вернемся буквально через 5-10 минут. Да, давайте. Uh-huh. На этом клиффхенгере немножко оборвемся.